Всем привет! Рада вас видеть всех на своем канале. С вами Алла Белочка. Девочки и мальчики, как ранее обещала, снимаю видео о первой совместной закупке в нашей группе «Рукодельная Белочка». Посмотрите, сколько много красоты. Все это заказики наших девочек-рукодельниц. Девчонки, рассматривайте, находите свои наборчики. Новогодние игрушки, обереги, здесь шкатулки, вышивка крестиками и бисером. Много всякого интересного. Сейчас сниму данное видео и начну организовывать, собирать все посылки. Так что скоро все это, девчонки, получите обязательно. Мне ВКонтакте написала одна девочка, спросила, я делаю у вас впервые заказ, не обманете ли? Девчонки, я вам гарантирую всем честность и добропорядочность. Есть хорошее, замечательное народное выражение: на чужом горе счастья не построишь. С данным принципом я шагаю по жизни всегда. Так что не переживайте. Я сама волнуюсь, переживаю над каждым заказом, наборчиком, чтобы все было в целостности и сохранности. И, конечно, успешно, быстро дошло к вам, на ваш адрес. Девчонки, заказывайте. Честность гарантируем. Ладно, все, давайте рассмотрим быстро, что у меня здесь лежит. Первое, это фантазия к жели, шкатулка, набор для вышивки бисером на фанере. Вот так выглядит наборчик. Я уже вышивала такую красивую шкатулку. Есть видео на моем канале. И эту вышивала, собирала шкатулочку, покрывала лаком, был опыт. Есть отдельный мастер-класс «Роза на снегу». Очень красивая. Известная серия «Утренний и полуденный чай» 18 на 18 сантиметров, фирма «Алиса». Вот такие яркие сюжетики. Дальше. И шкатулок. Хохломской узор. Фигурная такая шкатулочка. И комодик «Молодильные яблочки». Здесь уже идет в собранном варианте. Раньше я вам забыла показать. Вот сверху на крышке вышивается бисер. Все это пришивается. Полная зашивка. Идет как отделение для шкатулки. И внизу два ящика выдвижных. Интересные новинки. Сама себе купила, но пока лежит. Нужно начинать вышивать. Все хочется. Столько много начатых процессов. Не знаю, за что хвататься. Забрала эти последних два комодика. Остальное есть. Но тоже быстро разбирают. Просто на ходу, как горячие пирожки. Все разбирают. Вот эти шкатулки. Новинки. Конечно, это фирма «Созвездие». Очень актуальная тема. Новогодние игрушки сейчас вышивать. Смотрите, совушки какие интересные, клевые. Вышивка крестиком на деревянной основе, как у фирмы «Зимняя вишня». Похоже что-то, да? Вышивка мулине, потом пришивается бисер и пайетки. Как это все красиво по-новогоднему будет сверкать, блестеть. Смотрите, какой бисер и пайеточки там. Здесь вообще много красивых пайеток. Так, избушка, розовый домик вот такой, тоже клевый. Сзади приклеивается фетра. Когда вышьется это все. В нашей группе есть спецальбом фирма «Созвездие». Зайдите, посмотрите разный ассортимент новогодних игрушек. Есть серия оберегов. Неразлучники я уже показывала раньше. Символ любви и семьи. Крепкий семейный союз, любовь и верность. Размер изделия 9 на 8,5 сантиметров. Вышивка на деревянной основе. Две заготовки в набор уходит. Мулине разных оттенков и металлизированная ниточка. Вот такая красота получается. Потом все это соединяет, склеивает, и получается классный оберег с вышивкой с двух сторон. Так, коза от нечистой силы, размер изделия 9 на 7, символ плодородия и богатства. Вот такая красотка. Тоже две заготовки деревянных. Нужно вышивать крестиком здесь. Домовенок, три домовенка у меня есть. Очень клевый такой, забавный старичок. Хранитель дома домовой. 10 на 7 сантиметров. Вышивка на деревянной основе. Тоже на двух заготовка вышивается и приклеивается. Так что пусть охраняет ваш дом. Покупайте, вышивайте, рукодельничайте, создавайте своими руками такую красоту. Дальше еще от «Созвездия» есть серия разных наборов вышивки бисером, фэншуй.
серия фэншуй, защита дома, успех в начинаниях. Вот такой тигр у меня заказали. Вышивка на ткани с нанесенным рисунком. Размер готовой работы. Так, 21 на 22 сантиметра. В набор входит 11 цветов чешского бисера. Здесь так и написано. Бисер прециоза. Вот такой тигр. Тоже много разных сюжетов. Заходите, смотрите, выбирайте. Новинки от Риолис. Смотрите, две панели таких. В набор входит деревянная вешалка. Шерстяные ниточки. Канва красивого цвета. И вот такие яркие нитки. Новая намотка. Так, размер 20 на 30 сантиметров. Дача осень и дача весна. Замечательные новинки у Риолис. Риолис нас часто радует разными сюжетиками. Я люблю, обожаю также Риолис. Пастораль, всем известный сюжет. 40 на 50 сантиметров. Серии премиум. Вот такая коробочка. Dimensions. Ночной Санта. Gold Petite. Вот такой сюжетик. Актуальная тема сейчас. Так, дальше, что еще не показала? Вот новинка еще у Риолис. Снеговички. Вышивка на пластиковой канве. Тоже новинка. Вот такие ниточки. С двух сторон вышиваются. Забавные такие снеговики получаются. 7 на 5 на 7 сантиметров. 7,5 на 7. 5,5 на 7. Разные размеры. Вот такая классная новинка. Подоконник с цветами. Тоже новинка. 40 на 25 сантиметров. Вышивка шерстяными ниточками. Яркие, очень красивые ниточки. Девочки уже снимали видеообзор на ютубе. Все показывали, рассказывали. Дальше вот этот красавец мне тоже нравится. Фирма Maya Encore. Редкая красота. Сюжет называется. Мулине Encore входит в этот наборчик. Попутный ветер. Риолис фирма. 60 на 40 сантиметров. Замечательный морской сюжет. Очень много ниток. Такой увесистый, тяжелый наборчик. Так, дальше у нас тюльпаны Востока, фирма РТО. Тоже делали обзоры на ютубе. Алина рукоделие делала, да, и вышивает яркие ниточки. Темно-синяя, нет, черная канва, если не путаю. 14-я Аида. Красота. И моя серия любимых котов от Empa Studio. Вот такие забавные кошаки разные. И все заказики. Девочки, всем огромное спасибо, кто принимал участие в первой совместной закупке. Скоро это все приедет к вам обязательно. Также не пропустите вторую закупку, которая начнется буквально с завтрашнего дня. Итак, пишите все свои хочушки, пожелания в личных сообщениях под фото, как вам удобно. Если в личных сообщениях, обязательно артикул. И не пропадайте надолго, я отвечаю, задаю вопрос, веду с вами переписку, все уточняю, разъясняю, рассказываю, все сообщаю. Так что, пожалуйста, да, чуть не забыла, конечно, будет акция скидок на альбомы с наборами Риолис, Вервака, минус 10%, и Dimensions, минус 7%. Так что, пожалуйста, смотрите, выбирайте. Сейчас я заканчиваю снимать видео, пойду проставлять все цены. Многие девочки спрашивали про ценники. Да, к сожалению, не все успеваю делать вовремя. Сейчас все буду исправлять. Если где-то не успела проставить ценник, не стесняйтесь, пишите вопросы. Я обязательно всем-всем постараюсь ответить. Ну что ж, на этом все. Спасибо за ваше внимание. С вами была Алла Белочка. Желаю всем успехов в творчестве и хорошего, отличного настроения. Всем до новых встреч. Пока-пока.